Сегодня в карельской столице под эгидой Государственной Думы открылся пятый этап Национального лесного форума. В этом году он поочередно проходит в 6 федеральных округах. Ижевск, Ханты-Мансийск, Хабаровск, Барнаул уже приняли у себя форум. Его заключительный этап состоится в Москве в сентябре. Карелия стала площадкой форума впервые. С утра участники работали на дискуссионных площадках, а во второй половине дня в музыкальном театре прошло пленарное заседание «Лес на благо страны и граждан».